Общество Сторожевой Башни породило множество самых нелепых догматов. Один из них – догмат о динозаврах, который наглядно продемонстрировал, что учение этой структуры исходит не от так называемого Святого Духа, а вследствие непреодолимых обстоятельств. В данном случае вмешалась наука. В начале прошлого века первый президент ОСБ Чарльз Рассел в своей фотодраме творения использовал детальное изображение динозавров. Утверждалось, что Бог создал их в пятый день творения, то есть всего лишь 20 тысяч лет назад. В последующие десятилетия отношение к динозаврам изменилось, причем для невероятия их признали несуществующим видом. Дело в том, что эпоха динозавров никак не вязалась с хронологией Сторожевой башни. Утверждалось, что Бог создал Землю и все живое на ней в течение 6 творческих дней, каждый из которых имел продолжительность в 7 тысяч лет. Существование динозавров задолго, за десятки миллионов лет до появления людей, рушило всю хронологическую картину. На вопрос, так чьи же кости находят археологи, следовал один и тот же ответ. Эти кости не принадлежали динозаврам. Это сатана прельстил умы, чтобы люди не верили в библейскую хронологию. Вплоть до середины 1970-х годов делался колоссальный упор на 7000-летней хронологии, согласно которой с момента сотворения Адама 6000 лет должны истечь в 1975 году и наступит последнее тысячелетие седьмого дня творения. Этот год стал эпохальным и провальным. Ожидаемый в 1975 году Армагеддон вновь не состоялся. Необходимо было что-то делать с хронологией, поскольку она шла вразрез с научными данными, и наиболее продвинутые адепты начали сомневаться в ее правдивости. В связи с этим, в 1985 году выходит публикация под названием «Жизнь. Как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения?», в которой, наконец-то, был признан очевидный для всех факт. Продолжительность дней творения указать невозможно. До этого, как мы уже заметили, каждый день считался равным 7000 лет. И хотя эта книга подверглась критике со стороны ученых, и в ней обнаружено не менее 200 вырванных из контекста цитат, тем не менее она окончательно реабилитировала динозавров. Но даже годы спустя идея о том, что кости динозавров в основном сатанинская подделка, никак не покидала пределы ОСБ. В 1990 году вышел журнал «Пробудитесь», в котором авторы по привычке ушли от больного вопроса о времени существования динозавров. Они приводят мнение ученых, которые утверждают, что динозавры жили задолго до появления человека. Однако далее в статье говорится, что такие разные взгляды показывают, что летописи окаменелости не так-то легко раскрывают свои секреты, и никто сегодня не знает всех ответов. Проблема авторов заключалась в том, что принятая в ОСБ догматика не позволяла развести во времени людей и динозавров. Динозавры, как верили члены организации, погибли во всемирном потопе. Одна из статей, содержащих такой догмат, появилась в журнале «Пробудитесь» за 8 июня 1975 года. В изданной в 1982 году брошюре «Радуйся, жизни на Земле вечно» на иллюстрации с потопом мы можем видеть сразу двух динозавров, которым пришлось погибнуть. По какой причине Ной решил не брать их на борт своего ковчега, неизвестно, но ведь, согласно научным доказательствам, они исчезли за 60 с лишним миллионов лет до Ноя, и время их существования – сотни миллионов лет, что полностью противоречит хронологии Сторожевой башни. Существовали и другие нестыковки. Например, свидетели Иеговы учат, что болезни и страдания не существовали на Земле до тех пор, пока люди не согрешили. Но динозавры испытывали болезни и страдания. И это научный факт. Найдены останки этих гигантских животных с врожденными дефектами, с последствиями абсцесса, инфекции, а также с наличием ужасающих ран. Также свидетели Иеговы учат, что до согрешения Адама и Евы животные не были хищными и плотоядными. Но ведь многие виды динозавров являлись исключительно плотоядными хищниками. В журнале «Пробудитесь» за сентябрь 2006 года авторы с нескрываемой радостью сообщили, что огромное удивление среди ученых вызвало открытие, что динозавры были травоядными. Оно было сделано во время исследования окаменевших экскрементов огромной рептилии. Но можно ли говорить о многообразном семействе динозавров на примере одной рептилии? Доказать, что динозавры являлись исключительно травоядными, невозможно, поскольку их рацион питания для ученых давно не секрет. Таким образом, идея о прекрасном рае, где когда-то жили в гармонии человек и травоядные животные, благодаря динозаврам рассыпается вдребезги. Вера в то, что животные стали убивать других животных после акта согрешения, не выдерживает критики. В журнале «Сторожевая башня» за 15 июня 1982 года мы читаем:
После потопа во дни Ноя Бог изменил вегетарианскую диету, которую он предусмотрел для животных и людей в Эдемском саду. Но вегетарианской диеты никогда не существовало. Сегодня авторам «Сторожевой башни» приходится подстраиваться под науку, признавая, что творческие дни никак не могли длиться 7000 лет. То есть вся хронология, начиная с Рассела и вплоть до 80-х годов, являлась ложной. Затем пришлось молча согласиться с тем, что в отношении динозавров нужно говорить не о многих тысячах лет, как это принято в литературе ОСБ, а о периодах времени гораздо больших. И, наконец, им пришлось отказаться от веры в то, что динозавры – современники Ноя с его потопом. Вслух они об этом не говорят, но, по сути, уже признали, что динозавры исчезли задолго до Ноя и никак не могли плавать рядом с ковчегом. В журнале «Пробудитесь» за февраль 1990 года говорилось, что возраст динозавров – это своего рода спекуляции, и нельзя огульно верить ученым, поскольку используемый ими радиоуглеродный метод датирования несовершенен. Таким утверждением авторы статьи либо намеренно лгали, либо сами не понимали, что пишут. При исследовании окаменелости динозавров никогда не используется радиоуглеродный метод, поскольку они уже давно не имеют ничего общего с органикой, и исследовать углеродный след попросту невозможно. Тем не менее, подобные научные статьи о динозаврах появлялись в течение почти полувека. Сейчас тему динозавров прикрыли, однако динозавры до сих пор числятся во врагах Сторожевой башни, поскольку своим существованием и исчезновением разрушили всю хронологию ОСБ. И кто после этого скажет, что догматика этой организации основана на тщательном изучении Библии? История с динозаврами лишний раз доказала, что свои учения лидеры меняют исключительно по одной простой причине – их полной оторванности от реалий, науки и здравого смысла. Кстати, во многих изданиях ОСБ рассказывается о представителях животного мира, и описание, которое им дается, является лучшим доказательством того, что эпоха травоядных животных – миф. Выберем для примера статью об южноамериканской гарпии – крупной хищной птице из семейства ястребиных, длина тела которой достигает 110 сантиметров. В журнале «Пробудитесь» за май 2009 года мы читаем: «Мощные когти гарпии им под стать. Длина когтей может достигать 13 сантиметров, что в два раза больше, чем у белоголовых орланов. Но это еще не все. Согласно одному изданию, лапы гарпий настолько сильны, что они могут ломать кости ленивцам, обезьянам и другим животным. Неожиданно появившись из-под полога леса, гарпии крепко хватают свою жертву, которая зачастую погибает мгновенно». Далее сказано, что людям гарпии не страшны. На самом деле, в этом тексте много неточностей. Излюбленная тактика гарпии, особенно в период появления потомства, вырывать трахею жертвы, чтобы она оставалась в полуживом состоянии и птенцу досталась теплая пища. Кроме того, гарпия представляет для человека угрозу в случае его появления на занятой птице территории. Учитывая, что самка способна поднять вес более 7 кг, она вполне в состоянии создать серьезные проблемы. В одном случае мужчине пришлось накладывать 8 швов. Несмотря на эти неточности, в статье правильно замечено, что когти гарпии – идеальное орудие убийства. А о какой травоядной пище может идти речь, если захват ее когтей втрое мощнее укуса ротвейлера, а нога имеет длину запястья взрослого мужчины? Основной рацион этой красавицы – ленивцы, обезьяны и другие млекопитающие. Находясь на самой вершине пищевой цепочки, гарпии не брезгуют ничем, в том числе поросятами и ягнятами, которых умело уносят прямо на глазах хозяев. Когда авторы ОСБ описывают мир дикой природы, они почему-то никогда не касаются вопроса о том, что множество животных, ими же анонсированных, не употребляют растительную пищу по одной простой причине – они никогда не были для этого приспособлены. Вряд ли когти длиной со средний человеческий палец и мертвая хватка, из которой нет спасения, предназначены для срезания ромашек.